Здравствуйте, сегодня четверг, а значит в эфире мобильная группа. Я-то Ира Читаев, снимает меня Светлана Панина. Мы приехали по звонку нашего телезрителя на птичий рынок по улице Катанова. Люди утверждают, что находятся здесь торговцы незаконно, должны торговать живностью в специальном помещении. Мы спросим у самих торговцев, знают ли они о том, что здесь находиться нельзя. Ну, предоставят пусть нам место для торговли. На ипподроме сейчас еще рано торговать. Мы бы с удовольствием ушли, там никого нету. Рынка для животных нету, торговать-то где-то надо. Поэтому на свой страх и риск находятся здесь и торгуют вот кроликами и другой живностью. Но мы отправляемся дальше.